Реконструкция площадки, где будет установлена фестивальная сцена, идет полным ходом. Проконтролировать рабочий процесс на месте проведения праздника славянской культуры на днях выезжал оргкомитет во главе с Анатолием Разумеевым. Пока в Северном парке только рабочие и спецтехника. Но совсем скоро на этих равнинах вырастет огромный зрительный зал на 3000 посадочных мест. Разница по сравнению с прошлым годом колоссальная. Посмотреть красочный концерт с удобством смогут вдвое больше гостей фестиваля. Техническое оснащение будет самым современным. Профессиональные осветители, широкая сцена площадью 16 на 14 квадратных метров, профессиональная звуковая аппаратура. Кроме этого, фестивальное действо будут ретранслировать на светодиодных экранах, расположенных на территории концертного зала. Обязательно будут каждый день какие-то изюминки, пиротехнические эффекты. Но это нужно увидеть. Потому что рассказывать об этом можно, но кто не увидит, то этот очень сильно пожалеет. Помимо комфортабельного зрительного зала, на территории Северного парка появится этнографическая выставка «Казачьи курени». Будет организована торговля. Вот это все нужно демонтировать. А здесь поставьте вот этот киоск с мороженым, который... Конечно, будет нормально. Будут расширены и уложены тропинки, демонтированы дорожки, требующие ремонта. Работы предстоит сделать еще немало. Однако начальник управления культуры, директор фестиваля Галина Черноусова, уверяет, что к 1 августа будут завершены последние штрихи. И Северный парк в новом облике встретит 8-й международный фестиваль славянской культуры. Рузана Ефремян, Дмитрий Пухальский, Роман Подопригора, программа «События».